Самое главное – сроки. В субботу, 18 августа, исполняющий обязанности главы Химок Олег Шахов объехал округ. Акцент сделал на социальных объектах. Первая школа номер 22 в микрорайоне Сходня. Здесь идет масштабный ремонт. Все работы должны быть завершены к 25 августа, отметил Олег Шахов. Следующий пункт объезда – строящиеся школы и детский сад на улице Микояна. Исполняющий обязанности главы города пообщался с инвесторами и четко поставил сроки сдачи дошкольного учреждения. 10 ноября этого года. Всех инвесторов предупредил о том, что сейчас будем очень строго относиться к срыву сроков. И все штрафные санкции, которые записаны в договоре, будем предъявлять. А в дальнейшем будем только ужесточать этот вопрос. То есть, если есть договоренность, их надо выполнять. Затем Олег Шахов проследил за ходом ремонта в педиатрическом отделении Центральной городской больницы, где работы скоро выйдут на завершающий этап. А также посетил детскую стоматологию на Юбилейном проспекте. Последним объектом стал театр «Наш дом». Сдать новое помещение для труппы планируется через год. 19 августа исполняющий обязанности главы Олег Шахов посетил проблемные объекты, в частности, дом на улице Вишневой в микрорайоне Сходня. Здесь он пообщался с обманутыми дольщиками, пообещал взять вопрос на личный контроль и решить проблему в самые ближайшие сроки. После Олег Шахов проверил готовность нескольких домов к отопительному сезону, выслушал жалобы жителей на отсутствие тротуаров, плохое состояние дорог. Исполняющий обязанности главы поручил руководителям устранить проблемы. После Олег Шахов посетил строящийся детский сад в микрорайоне Подрезково, ознакомился с ходом строительства объекта. Срок сдачи в эксплуатацию – конец этого года. В конце двухдневного объезда Олег Шахов подвел итоги. Сейчас мы накапливаем материал, и я знакомлюсь с этим проблемами, чтобы вырабатывать четкие решения, но честно могу сказать, что уже часть решений понятных, все, что мы посмотрели, можно решить. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим уже решение.